Приветствую, друзья! Сегодня у нас на обзоре вот такой вот толщиномер. Прибор приходит в довольно хорошей картонной упаковке. В комплекте у нас сам прибор, пластины для калибровки в количестве двух штук. Одна железная, вторая алюминиевая. И калибровочные пластины. Также имеется инструкция. Инструкция на английском и китайском языках. Перед тем, как пользоваться пластинами, с них необходимо снять защитную пленку. Здесь также имеется пленка. Ее практически не видно, но ее необходимо удалить. Пластины имеются 1000 микрон, 500, 250, 100 и 50. Сам прибор не комплектуется элементами питания, поэтому их необходимо будет докупить дополнительно. Необходимы две батарейки. Сам прибор довольно легкий, имеет небольшие размеры. Измерительная часть не имеет никаких зазубрин. Это необходимо всегда проверять, потому что некоторые приборы имеют не очень хорошо обработанную рабочую поверхность, и это может принести вред лакокрасочному покрытию. Включаем прибор. В верхнем левом углу мы видим, что сейчас у нас включен режим точечного измерения, то есть мы можем точечно пройтись по кузову автомобиля. Также можно переключить на непрерывный, то есть в данном случае можно именно неотрывно вести по кузову автомобиля, если мы хотим, допустим, найти место, где у нас начинается подкрас, либо шпаклевка. Также здесь мы можем увидеть индикацию феррум, то есть железо, либо цветной металл. Единицы измерения, которые переключаются при помощи правой клавиши. Ну, выбираем микроны. Также прибор имеет память измерений. Вот, как мы видим, в данный момент у нас 13 измерений в памяти. Причем эта память энергонезависимая, даже если вы поменяете батарейки, эта информация останется в памяти прибора. Давайте возьмем пластину для калибровки. Прибор у нас имеет автоматическую подсветку во время измерений. Как мы видим, все по нулям, 0 микрон. Возьмем калибровочную пластину, 50 микрон. Сто микрон. Двести пятьдесят. Пятьсот. И тысяча. Давайте произведем калибровку. Возьмем 50 микрон. Как мы видим, у нас есть небольшая погрешность. Для этого нажимаем клавишу Zero. Как мы видим, у нас появилась надпись «Калибровка». Откалибровали. Берем 100. Ну и так далее, все остальные пластины. Выходим из калибровки.
Давайте проверим, что у нас получилось. Берем опять 50. Как видим, все в пределах погрешности. В проемах толщина краски должна быть меньше. 74. Посмотрим капот. сто тринадцать, сто двадцать два, сто десять, сто шестнадцать. Вот такой простой, небольшой и недорогой прибор. Вполне достойный вариант, как по мне. Ссылку на прибор я оставлю в описании. Может, кому пригодится. На этом все. Всем мира, ровных дорог и до следующих видео.